Какие объекты обслуживания в Самаре находятся под пристальным вниманием транспортной полиции? Какую помощь ведомство оказывает гражданам? При каких ситуациях нужно обращаться к транспортным полицейским? Смотрите программу «Город С» 19 февраля в 18:15. Гость в студии — начальник отдела охраны общественного порядка линейного управления Средневолжского МВД на транспорте, подполковник полиции Александр Чурмеев.